Пристегнись сам и обезопась ребенка. С такими призывами к водителям и родителям в Карачаевске на этот раз вышли не только полицейские. Информационно-пропагандистскую акцию от госавтоинспекции межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский поддержали и активисты ЮИД. Ахмат Халкечев подробнее. В рамках профилактических мероприятий под общим названием «Детское кресло» полицейские в течение последней недели вели особо усиленное дежурство вблизи общеобразовательных учреждений с целью выявления и пресечения нарушений правил перевозки детей. Взрослым важно понимать, что они в ответе за жизнь несовершеннолетнего в салоне автомобиля. И не пренебрегать правилами, элементарными правилами, пристегивать своих детей. При покупке детского кресла необходимо спросить у продавца сертификат. Если продавец не может предоставить сертификат, то лучше такое детское кресло не приобретать. То есть, так как не сертифицированное детское кресло не обеспечит безопасность. Чтобы в очередной раз напомнить взрослым о том, как насколько важна правильная организация безопасности маленьких пассажиров, вышли и юные друзья полицейских. Здравствуйте, дорогой водитель! Мы просим вас, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения и также дружили с пешеходами. Мы просим вас, чтобы вы пристегивались и берегли свое самое-самое дорогое. Это ваши дети. Просим приобрести детские кресла, чтобы вы и ваши близкие были здоровы. Да, и в дальнейшем ни одна авария не возникнет. Спасибо большое. Как вам креатив от наших полицейских и их юных коллег? Круто. Правильно все делают ребята. Частенько такое должно происходить, не только у вас, и у нас в Ставропольском крае. Но это неожиданно и приятно на самом-то деле. Активисты ЮИД из числа учащихся первой школы Карачаевска в рамках профилактических мероприятий придумали весьма символичную акцию «Письмо водителю». Нам хочется помочь этому миру. Мы хотим, чтобы ни одна авария в этом мире не произошла. Что вы делали? Передавали письма, которые мы лично написали. Мы надеемся, что они их прочтут. А что в письмах? Какие слова? Мы говорили им о правилах дорожного движения и очень просили их соблюдать их. Я очень надеюсь, что мы сегодня сказали, водители прислушаются к этому, и все будет хорошо, и весь мир будет соблюдать правила дорожного движения. Я очень рада, что мы смогли поучаствовать и хотя бы немного смогли, так скажем, предупредить, попросить водителей придерживаться правил, чтобы пристегивали детей, имели детские кресла. Профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях, будут продолжены до тех пор, пока не будут достигнуты реальные показатели повышения уровня сознательности водителей, отмечают сотрудники ГАИ. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.